этим ссором, что зовется поведение нормой. Армагеддон внутри, не нажать на тормоз. Мой взор от мира оторван, система функций моторных искажена. Маршировать пробой строим покорным, надо же, даб индустриальная никуда. Мысли же чернота извергается изо рта. Слушать последний сердце удар серого потолка. Вниз шею обнимает удав, быть может иной расклад. В мир шика со дна удрав, ты не прав, ты не прав, ты не прав, ты не прав. Иди до конца, иди до конца, иначе тоска покажет оскал оковом застывшем в горле. Правда, которую глотать горько, вскоре сгореть в горе. Раньше цеплялась гаром количество боли и было в фаворе. Но вы сами хотите того, и я стал к этому посторонний, посторонний, посторонний. Казематы, так мы раскрываем их, как матрешку. А внутри пустота, восстание масс. На классы якобы нет деления, но нужно проверить. Протри глаза, не обман ли это зрение. Маршировать в пропасть, строим по кронам. На вороту прибиты догмы, скажи мне, кто мы? Откуда эта тоска, откуда этот бездомный демон? И что станется с телом? И если есть душа, то мать ее, где она? Я смотрел в пустые глаза неба, которое, как и прежде, не пишет газет нам и не шлет телеграмм. Огонь становится пеплом, люди срывают одежду, но даже так не прекращает звенеть пустота. И тот, кто устал, тот, кто увидел глазами птицы сад земных наслаждений и понял, это лишь наваждение и нет закона. Как нету палки без двух концов, тот стоит за углом посторонний.